Вы смотрите отзыв об отеле Кампайла. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Morgou Show, который был в нем в 2013 году. Отель имеет стандартные номера в основном здании и 3 апартамента в другом здании, каждый с отдельным входом с улицы. Приветливая рецепция с хорошим английским. Останавливались втроем на 2 ночи в апартаментах Кандолин, бронировали на сайте отеля, отель сразу снял 35% от стоимости первой ночи, остальное оплатили при выезде. Расположение просто замечательное, практически напротив причала С. Закария, стоит лишь войти в маленький переулок и через несколько шагов вход в отель. Старинное здание, тихий дворик и в то же время самый центр. Площадь Сен-Марко в 2 шагах. Апартаменты. Первый этаж, несколько ступенек вверх. Одно большое помещение, разграниченное стенкой посередине, по обе стороны спальни, двуспальная кровать и большой раскладной диван. Плазмы в обеих комнатах. Вместительный шкаф, комод, столик, тумбочки, кресло, торшер, сейф. Необычный потолок, огромные деревянные балки. Чисто хорошее белье, удобные кровати. Wi-Fi бесплатный, работал отлично, пароль дают на рецепции. Окна расположены высоко, почти под потолком, сначала показалось немного темновато, на всех окнах фигурные решетки, на входной двери тоже. Ванная комната. Туалет, биде, ванна, душевая кабина с гидромассажом, ванно-мыльные принадлежности, фен, целая гора полотенец. Вход в ванную из второй спальни. Кухня. В апартаментах есть небольшая кухня и обеденная зона. Плита, микроволновка, холодильник, чайник, набор чая и кофе, чашки, тарелки, стаканы, есть даже сковородки и кастрюли. Стол и 4 стула. Завтрак. Завтрак в основном здании, прямо в холле отеля. Чай, кофе, вареные яйца, йогурты в упаковке, булочки, мандарины, киви, яблоки. Сыр, ветчина по одному виду. Кофе приносят в кофейнике на каждый столик. Отель оставил очень хорошее впечатление. С удовольствием вернулись бы. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.